Итак, продолжим играть в Borderlands 2. Новый камуфляж. Мы вернулись в безопасное место. Кое-что продали, кое-что купили, поиграли на игровых автоматах. В общем, пострадали. И теперь нам нужно опять пойти. Рецепт у врача. Даже не знаю. Давай это попробуем. Ходим туда, в три рога, в мудраздел. Продал я две вещи, которые мне нужны были. Ну да ладно. Возьмем курьера. Разместитель, портфель. Клочья. Все разносим в клочья. Да продадим. Походу у нас все битком. Давай зайдем глянем. Дыра убежища. Мы еще тут не были после того, как улетело у нас убежище. Ой, как интересно. Солнце ярко светит. Damn it! Oh, I'll crack your skin in a
Да ты обалдел. Ну-ка, иди сюда. Вот. Это прям совсем даже не смешно. Так, ну чем заправиться-то у нас есть? Но они какие-то у нас прям опять сильные. Где-то они тут и рядом. Ассасин. Пистолет. Да пусть будет. You die now!
мне такая проблема-то? Где только можно собирать, все собираем. Так, все взяли. Это то, что взрывается, это нас не интересует. Вот это интересует. Это можно денежку взять. Так, здесь что-нибудь у нас интересное есть. Есть. 19 глава. Так, смотрим. О, есть пистолет. Это что? Это 120 бронебойный. Сравниваем. Лучше, лучше. Вон 100, а 93. А какие здесь еще у нас есть пистолеты? Пистолеты, пулеметы нет. Давай поменяем на этот пистолет. Посмотрим, как с этим. Так, а если сравнить с этим, еще получше, да, 152. Цена хуже. Я не думаю, что зашла холод, зашла. Кованность. Ну, попробуем. Поверху до конца пройдем, потом спустимся вниз. Куда? Ну,
330 зашлакованность. Ну, в принципе, у нас нет такого оружия, можно и оставить. Так, бронебойный 120, 152, 107 вообще. Уберем вот это вот, не нужна она. Давай место вот это. Это еще ниже пытаемся, получается. Да. А отсюда мы пришли, да? Понятно, что ничего не понятно. Так и не пройти. Редкие пещеры. Не нравится мне вот этот вот. Вообще никак. Поставим это. Есть. Вот так я пещеру поставим. Так, хорошо, опускаемся ниже. Редкие пещеры.
уже 9. Так, это скорее всего открывать надо. Это выход обратно в город. Хорошо. О, боезапаса что у нас? 120 нормально. 54. Хорошо. 72. Отлично. Так, что продать можно? Давай продаем. Ой, сколько гранат. Зажигательная 330. Ни о чем. Граната 330 190 8. Ни о чем. Щиты не тот, не тот. Максимальный уровень здоровья, устойчивость стихии. А вот это, кстати, неплохой щит-то. Маленький взрывной шипастый. Урон от шипов. Не настолько большой. Продадим. Продадим. Большой чин. Модификацию съели. Пистолетная. А это какая у нас? Перезарядка, емкость щита увеличивается. Двойной удар. Это странный. Просто взрывная. Это что у нас? Нет, мне вот надо, чтобы притягивало. Притягивало. Взрывная винтовка, дробовик. Так, пистолет, скорострельная. Так, винтовка. Раз. Да что ж ты можешь делать? Давай сравним. Не то сравниваем. Меняется вот этот страх, да? Этот 600, а это 500. Значит, это продаем винтовочку. A fantastic day for capitalism. Винтовку продаем. По гранатам. Просто взрыв. Не нужен. Разлетается на 6 гранат. На 6 гранат. Просто взрыв. Шок. Радиус меньше, не нужен. Это 6, это 5. Ну так. Remember, we're always open.
И боеприпасы вроде тоже все. Значит, готовы. А если мы готовы, то мы пошли. Хорошо, не катит. Ладно, если не катит, давай его взрывать. Сюда пока нельзя, вход закрыт. Миссис Харчек, today a miner found a crystal formation near the alien ruins, but it started moving. The creature appears perfectly peaceful. I don't think it's ever seen a person before. Blue! Not now! Here! Go play with my hat! Get! There you go, Blue! We're calling it Blue because of the color of its, yeah. We saw a couple more of these creatures hiding near the ruins. I recommend moving to Dig Site for obvious reasons. Security Officer Booth signing off.
why your concern for these creatures is noted. We shall not be moving the dig site. The Dahl Corporation is some sanctuary, their greatest mining ship to this godforsaken planet to mine crystals. And you have found some. Please round up the creatures so that my mining team may extract their minerals. Так, урон 197. Так, ну, пистолет мне этот реально не нравится. Зашлакованный уже лучше. Так, базуку убираем на снайперку. Что-нибудь еще можем здесь сейчас сделать? Нет, пока ничего не можем сделать.
Это вообще ни о чем. Это что у нас? Ну давай так. Сколько же я денег-то потеряю, а? Что-то как там совсем не то оружие. 1300, а был 1600. Так. Едкие пещеры. И туда идти, да? Надо продавать. Точность стрельбы. Вот это вообще ни о чем. Дробовик. Это вообще ни о чем. Так, емкость магазина, пистолет, перезарядка. Ну тут еще неплохая вещь. Емкость щита уменьшается, но зато снайперская винтовка улучшается. Можно будет сейчас одеть. И перезарядка, да? А что установлено? Максимальное восстановление? Точно нет. Точно нет. А, повышает параметры оружия определенной марки. Не нужно. Остальное вроде как оставим. Так, давай. Что мы тут хотели? Вот это вот. Перезарядка и емкость щитов. Да. Дробовик. Давай так оставим. Нам надо найти сейф. На самом деле все очень просто. Просто найти сейф. Раз мы издалека и нам нужна снайперка, тогда снайперка.
подороже стоит. Повышение уровня. Да что ж ты будешь делать-то? Да твою. Да пусть будет. Куда идти-то? Ой, туда, да?
Сильный трехствольник. Давай. Вот эту возьмем и посмотрим. Брать не будем. Вот это хорошо, что мы нашли здоровье.
Курьер, облик, фиолетовый. Это машина. Так, перезарядка, емкость. Да. Перезарядка, емкость. Поставим. Пу-пу-пу-пу-пу. Автоматик. Шлакованность. Все взяли. Thank you.
Mrs. Harchick, I don't think you understand. You can't mind these creatures. They're living beings. Without the crystals, they'll die. Sanctuary could easily find another dig site. My security team and I are not hunting these creatures for you. Period. Security Officer Booth, signing off. Miss Booth, need I remind you of the terms of your contract? Your security team is meant to assist my excavation crew. Whether or not you agree with my policies is irrelevant. Shut your mouth. Grab your gun. And bring me my crystals like a good little girl. Huh.
will say this only once. Your job is to escort the rock chunk to the mineral smasher and deliver the iridium to your supervisor. If you are caught stealing precious minerals from the dip site, you will be shot. Так, надо вернуться. Так, здесь у нас ампулы валялись в большом количестве. Давай попробуем. Абсолютная хрень. А вот это вот можно попробовать.
ушла полностью, все такое. Да, забавно, интересно.
видно. Я думал один, а их двое. Полторы тысячи сняли. Обалдеть. Что-то как-то я, по-моему, далековато ушел. С патронами что у нас? 11. Так, 200. Емкость 9. Нет, то есть все нормально. Нет, я думаю... Выходим. В следующий раз тогда доснимаем, потому что что-то очень спать хочется. Спасибо, кто смотрел. До новых встреч.